2180 работников железной дороги получили причитающиеся доплаты за тяжелые условия труда. Карагандинская транспортная прокуратура выявила факты несоблюдения работодателями норм трудового законодательства. Нарушения были устранены согласно акту прокурорского надзора. Свыше 20 миллионов тенге доплат получили работники структурных подразделений карагандинского филиала компании «Казахстан Теміржолы», сообщает Карагандинская транспортная прокуратура. Согласно положениям Трудового кодекса и коллективного договора, работодатель обязан производить доплату работникам железнодорожной отрасли в связи с тяжелыми условиями проведения различного вида работ, а также возможного риска для здоровья. Нарушения прокуроры выявили в структурных подразделениях национальной компании.